групповая акваэробика в Академии здоровья с опытным инструктором Екатериной Бутаковой. Выбирайте удобное время и записывайтесь онлайн на сайте или по телефону 40 10 50. Когда я ем, я стараюсь думать только о хорошем. О своих маме и папе. Хочу, чтобы было больше любви. Злюки кушали сладости и становились добрыми. Сильные помогали слабым. К одиноким людям приходили гости. Дарили радость тем, кому грустно. Все жили в мире и согласии. Как одна большая семья. Сладкие мысли. Пекарня «Сладкий ангел». Требуйте в магазинах города. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. В пятницу 20 мая переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление достигнет отметки 702 миллиметра ртутного столба и в течение суток будет слабо расти. Пока, о погоде это все. Хорошего дня и до встречи в эфире. Вечерние платья для выпускного в салоне стильной женской одежды «Эммануэль».